нацистская Германия. Отчаянный рывок в самое сердце тьмы. Управление специальных операций собрало нашу шестерку с единственной целью – добыть документы по проекту «Феникс» – последней надежде Третьего Рейха. Сводный отряд спецназовцев из разных стран готовы ударить в самое уязвимое место. Эта операция должна была стать для нас первой и последней. Посмотри. Красотища! Повоюем за это! Идем. Вперед! Начнем! Если мы захватим поезд, у нас будет шанс. Кто пойдет первым? Снова. Придется тебе. Держимся рядом. Запомните, они не должны нас увидеть. Не увидят, потому что сдохнут. Слово. Новак, оставь нам кого-нибудь. Черт с ним! Черт, что он делает? Вот так!
подходим к локомотиву. Быстрее! Судя по карте, скоро нас ест. Проклятье! Может, командир объяснит, какого черта мы здесь делаем? Конечная станция, база подлодок. Ходим туда и захватываем цель. И он даже не сказал, что за цель надо захватить. Кинсли вечно ходит вокруг да около. Надеюсь, это не очередные игры? Да, давай колись, в чем дело? Мы не знаем. То есть ваша УСО ни черта не знает? Знаешь что? Я в этом не участвую. У нас есть только название. Феникс. Значит, мы даже не знаем, с чем имеем дело. Для того мы и здесь, чтобы узнать. По данным УСО, ганцы вывозят из Германии что-то важное. Возможно, какие-то документы. Святую святых. И мы должны это захватить. Если это так важно, почему не послали армию? Послали. Нас шестерых. Слушай, мы ведь даже не из одной армии. Блин, да мы вообще с разных континентов. Тихо! Назад! Лезть туда – это чистое самоубийство. В штабе отобрали 6 специалистов, способных быстро нанести удар и чисто уйти. Армия тут не годится. Слишком громко и медленно. Ричард прав. Они нас не заметят. Входим, берем бумаги и валим, пока не засекли. План всем понятен. Я стреляю в фашистов. Они топят. Вот и весь мой план. Забрать эти бумаги раньше, Джейн. Я прикрою из этого вагона. Черт! Ненавижу собак! Работай! Расстись с ним! Эй, ты не нет! Они подвали подвал!
тем веселее! Ищите их, штаб! Кажется, здесь. Джексон, к двери! Все пропустили. Похоже, они драпали в спешке. Феникс, цель где-то рядом. Ненадолго. Ганцы уже грузят вещички на подлодку. Видишь того урода с ящиком? Ставлю весь Лондон против кирпича, что это наша цель. Так чего же мы ждем? Пора сыграть по-крупному. Дело, говоришь. Стой! Нельзя поднимать шум. Артур? Эти бумаги содержат какую-то жутко важную тайну Рейха. А ганцы прятали их здесь, в этой дыре. И что? Не понимаю. Это все равно, что положить сокровища прямо на пороге. И даже без присмотра. По-хорошему, их должна охранять вся немецкая армия. Не только мы не знаем, что такое Феникс. То есть у фашистов есть секреты от фашистов? То есть те, кто отвечает за секреты, опаснее всех остальных. А? Затем нам и пушки, чтобы их завалить. Мы закончили или как? Бумаги вот-вот увезут из Германии. Вы трое, на мостки и поднимайте шум. Отвлеките их ненадолго. Уэб, Новак за мной. На подлодку. Идем. А заодно поищем выход. Выстрелишь у нас, уйдем без тебя. Фрицы кончились! Я видел, как они грузили ящик на подлодку!
Прикрывай! Мы идем на борт! Удачи, ребята! Я поищу выход! Вот и люк! Сюда, ребята! Ричард, прикрой! Новак, иди первым! Ищем ящик и уходим! Впереди! Берегись рикошетов! Надо остановить подлодку! Назад! Назад! Выбьем их оттуда! Все нормально? Наверняка он в боевой рубке. Открывай люк! Вперед, Новак! Бросаю гранату! Чисто! Готовы! Вот ящик. Новак, ты у нас взломщик, так что прошу. Артур, сирены замолчали. Это плохо. Уходим. Живо. Новак, помоги. Граната, берегись! Новак! Австралиец. И еще. Вот. Продолжайте. Как мило. Считаете себя британцем? Как-никак выпускник Кембриджа. Тогда вы не станете портить мне настроение. В четвертой сонате Бетховена есть изысканные, но сложные пассажи, которые заслуживают моего внимания. В отличие от вас. А негр тоже командует по-английски. И вы его слушаетесь? Sie wissen, wie es ist, von einem schwarzen Befehler entgegenzunehmen. Оно говорит по-немецки! Прошу, продолжайте. Рейнландский акцент. Выездной штат-то? Когда он был оккупирован? Похожие на меня французские солдаты ходили с оружием по вашим улицам и любили ваших женщин. Вот о чем мне напоминает ваша речь. Прелесть. Однажды мы вас уже отымели. Слышите взрывы? Это мы трахаем вас снова. Трахаем. Трахаем. Забавный выбор слов. Я уже сказал. Продолжайте. Да. Вот чего вы хотите. Пожертвовать собой, как настоящий
Ридер. Но от меня вы этого не получите. И даже напротив. Нет! Кто вы такие, ублюдки, как вы? Как один! Получили! По заслугам! Выкиньте это. Остальное в машину. Все смертные. Ну еще бы. Командир все просрал. И в чем именно виноват Артур? Не только он, а еще и Уэйд. Этот ублюдок бросил команду. Насчет Уэйда ты прав. Увижу его еще раз, я сам его задушу. О да, давайте винить друг друга, а не немцев. Ох уж эти мужские амбиции. Наши амбиции сегодня сильно пострадали. Думаешь, это остроумно? Спокойно. Без разницы. Фрайзингер нас все равно убьет. Фрайзингер? Фашист, который убил Новака. Твой старый дружок? Мы с ним знакомы. Да? Давай расскажи. Забудь о Фрайзингере. Артур вытащит нас отсюда. Потому что он твой друг? Не так давно. Но я видел его в деле. Люди гибнут. Это война. Иногда почтить память павшего товарища можно, лишь выполнив задачу. Но как поверить в это, когда его кровь на твоих сапогах?